Вот и все, кабина поднята. Один цилиндр. Второй цилиндр. Вот так вот. Привет из Канады. Я провел диагностику. Сейчас накачал воздуха. Будем проверять, как она опускается. Вот здесь, кстати, если где-то в поле или не заводится мотор, не пилечек, и все отлично. It's only four. Идет. Самое сложное позади. Очень удобно. А в наших европейских электрические моторы стоят. Пневматический, как по мне, лучше. Здесь вообще техника сделана для людей, а не для сервиса. Ты можешь сделать все, что угодно, все просто и ясно. Например, в типичных подшипниках только масло. Никакой смазки, никакого солидола. Очень удобно. И на месте, прекрасно. Всем удачи, подписывайтесь.